Засияла литературная звезда. На Камчатке еще одним стобальником стало больше. Вероника Фоменко, главный редактор школьной газеты, достигла совершенства на ЕГЭ по литературе, получив максимальное количество баллов. Теперь ее ждет творческое испытание для поступления на факультет журналистики. Как рассказали в 33-й школе, где училась Вероника, ЕГЭ по литературе был первым по списку для выпускницы. Разволновавшись, девушка набрала только 54 балла. Однако, воспользовавшись возможностью пересдачи экзамена, ей удалось по-настоящему проявить свои знания и пополнить списки стобальников региона. Добавим, дополнительные дни пересдачи ЕГЭ на Камчатке прошли 4 и 5 июля. Повторная сдача единого государственного экзамена проводилась для 11-классников России, принявших решение улучшить результат по одному предмету. Дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ поручил президент страны. Всего на полуострове улучшить свой результат решились более 370 выпускников. Большая часть из них, более 240 человек из Петропавловска и 125 школьников из других населенных пунктов края.